Как я всегда говорю, 60% – это орг-вопросы. Есть над чем поработать, особенно, еще раз повторяю, в ваших поликлиниках, где приходят впервые, туда идут больные. Сегодня мы договорились даже с главой, что вид поликлиник изменится, изменятся регистратуры. Вот, это будут открытые регистратуры с хорошими кадрами, будут администраторы, будут создаваться колл-центры. Будем работать на мировом уровне.